Добрый вечер. А у нас сегодня был первый учебный день. Вот карандаши все переломал. Во, какой день-то был. Ну, поточил уже все. Завтра опять учиться смогу. Добрый вечер, мальчики и девочки. Здравствуй, Коксик. Добрый вечер, Леша. Кокс, нам письмо. Да? От кого? От нашего зрителя Пети. Так, что он пишет, этот Петя? Здравствуйте, дорогие жители Шишкиного леса. Ну, здравствуй, Петя. В этом году я иду в первый класс. Я, конечно, очень волнуюсь, но не так, как мальчик Петя из стихотворения, и просыпаться 10 раз не буду. До свидания, Петя Шаров, 6 лет. А какой ты Петя из стихотворения? И почему это он просыпался 10 раз? Это очень известный первоклассник. Он так боялся опоздать на свой первый урок, и вот поэтому... Вот послушай. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок. У него на новой куртке отложной воротничок. Он проснулся ночью темной. Было только 3 часа. Он ужасно испугался, что урок уж начался. Он оделся в 2 минуты. Со стола схватил пенал. Папа бросился вдогонку. У дверей его догнал. За стеной соседи встали, электричество зажгли. За стеной соседи встали, а потом опять легли. Разбудил он всю квартиру. До утра заснуть не мог. Даже бабушке приснилось, что она твердит урок. Даже дедушке приснилось, что стоит он у доски, и не может он на карте отыскать Москвы-реки. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Да, вот так Петя! В школу так торопился, наверное, очень учиться хотел. Я думаю, что многие наши зрители сегодня боялись проспать. Потому что сегодня и у Пети, который прислал нам письмо, и у всех-всех ребят трудный и радостный день. Знаете, всегда так бывает, когда хорошо потрудишься, на душе становится очень радостно. Ой, Лёш, а давай я Пете ответ напишу. Пока не напишу, спать не лягу, хорошо? Нет, Коксик, и ты, и ребята должны сегодня лечь спать вовремя, чтобы завтра не проспать в школу. Так что давай прощаться. Ну, ладно. До завтра. Доброй вам ночи, ангелы-хранители. Чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи.